Работники транспортной системы в первое воскресенье августа отметят свой профессиональный праздник. Национальные компании «Казахстан» «Темиржолы» к этому событию подошли с хорошими показателями в работе. И по традиции лучшим вручили звания и награды. Чем живет железная дорога, интересовалась Назия Туякова. Десятки новых производств по всей стране, открытие заводов, станций, разъездов и маршрутов там, где раньше железной дороги не было. Казахстан Темиржолы должна стать транспортно-логистической компанией мирового уровня. Такую задачу перед многотысячным коллективом поставил глава государства. В целях повышения конкурентоспособности транспортно-логистического комплекса страны компания активно обновляет парк железнодорожного подвижного состава. С 2008 по 2012 год общий объем инвестиций в обновление производственных активов составил почти триллион тенге. Растут объемы грузоперевозок, больше стали перевозить и пассажиров. Теперь это почти 7,5 миллионов человек. В сравнении с 2011 рост на 13%. В стране запустили завод по выпуску скоростных поездов «Тальго». Компания приступила к новым стратегическим проектам – возведению двух железнодорожных линий через Казган-Бейнеу и Аркалык-Шубарколь. Сразу видно, чем живет железная дорога. Она живет инновациями, она живет новой техникой, она живет новыми идеями, новыми скоростями. Праздничный концерт с участием звезд эстрады, поздравления и пожелания. А еще по традиции чествование лучших. В преддверии профессионального праздника наградами отметили свыше 600 сотрудников компании. 56 человек получили звание «Почетный железнодорожник». Лидия Туякова, Жанибек Адылбек, Хабар, Астана.